Ваше мнение о сестрах Бронте. Ну, кто я такой, чтобы иметь мнение о сестрах Бронте? Это три гениальные женщины. Я больше всего люблю «Грозовой перевал», но и «Джейн Эйр» – абсолютно великая книга. Читал в Википедии, что вам не нравится Фауст. Слушайте, в Википедии столько про меня набрано. Там статья про меня содержит какое-то количество, ну, совершенно непропорциональных оценок. Там упоминаются какие-то дикие статьи обо мне каких-то совершенно бездарных и наглых людей, типа Дымшица, и не упоминаются более или менее, монографические статьи типа Сурат. Да, вам не нравится Фауст. Мне очень нравится Фауст, но просто вы Википедию не читайте, а читайте меня. Или слушайте то, что я говорю. Из всех текстов Фауста мне не нравится Даниил Мартин. Но я люблю чрезвычайно и «Энигму», и «Башню черного дерева», и больше всего, наверное, «Коллекционера». Люблю и «Волхва», хотя у меня сложное отношение к этому роману. Люблю и «Мегота», и «Женщину французского лейтенанта», а выше всего написанного Фаузом ставлю его «Двухтомный дневник». Так что вот это мнение Википедии, мягко говоря, не соответствует действительности.